Новым годом, дорогие телезрители. Хорошо стреляешь, шериф узнал тебя. Эй, дорогу глупости! Ну и печальные события были, и веселые, и радостные. Так, как у всех в жизни складывается так. Ну, вас интересует, наверное, в плане творческого. Тоже не могу ничем таким похвастаться, потому что, не потому что нет работы, работы много. Но в кино неинтересно, просто мне стало. Предложений много. Но эти сценарии, которые предлагают, мне совершенно не вызывает никакого энтузиазма. И то, что снимается вообще. Стили их, о чем фильмы. Я резко против, за небольшим исключением. Поэтому, да, ну, я снялся там просто вот в плане финансов, так скажем, у итальянцев. Итальянский вестерн, вот самый, Джонатан, друг медведи. Это итальянское кино. Ну, будет, видимо, у нас показывать, тоже, тем более сейчас видео есть. Вот, а планы есть большие, очень интересные, с хорошими людьми. Мы обычно не любим говорить, так сказать, что еще не начали. Но переговоры идут, и мы, так сказать, хотим снять хорошее кино. Ну, это все хотят, в общем. Это из Хотиненко с Володей у нас планы есть, известный, один из лучших наших режиссеров. Это из Мухамедов. Замечательный у него есть проект, очень мощный. Киносценарий, мы его осуществим. Вот, известный тоже кинорежиссер. Это Булат Мансуров, который снимался в последний раз. Вот, фильм «Бей Барс». Замечательный тоже режиссер. Есть два таких эпических полотна о духовной жизни, о святых, так скажем. Вот. Тоже конкретные планы, которые мы можем осуществить. В общем, несколько хороших очень режиссеров. Это и Худяков, Константин Костя Худяков тоже. Очень талантливый человек. В общем, будем надеяться, надеяться. Что означал недавний шум на дороге? А? Лесные молодцы, одежда которых похожа на твою, как зеленые стрючки гороха друг на друга, напали на нас и взяли в плен благородного Седрика, его раненого сына, рыцаря Айвенга, леди Равену, десяток слуг и... Как? Ты слуга Седрика? Защитника справедливости и старых английских вольностей? Ступай за мной. Сдается мне, я тебя знаю. Я был тогда в Хольдернессе, когда ты со своими молодцами сдернул на осине шерифа Нотингемского. Как все тогда радовались. Ты, Робин Гуд. Ну, кто же из нас не был в Екатеринбурге, в Свердловске бывшем? Конечно, были. Я последний раз. Ну, во-первых, я там не снимался ни разу. Это был один раз вариант сняться. Вот, там есть режиссер Лапшин. Вот. Он мне хорошо подставил. Он снимал фильм Демидовых. Угу. Утвердил не на ту роль, на которую я, в общем, договаривался. Я отказался со скандалом. Но это не важно. А город сам хороший, мы там ездили, была хорошая же, так сказать, система концертная. Мы выезжали по бюро пропаганды советского киноискусства, у нас было одно из лучших отделений, Свердловское отделение. Вот. И мы там ездили, я ездил. А последний раз мы были там вот с товарищем кино. Товарищ кино, такой гала-концерт. Мощный. Очень приятно, мы поехали после. С Тумановым, Вадим Туманов, такой знаменитый человек наш, это друг Владимира Высоцкого. Ну, я его хорошо знаю, Вадима. А у него там была база под Свердловском, километров 28. И мы там после спектакля поехали с банькой, со всеми делами, очень весело провели время. Очень хорошо. И поработали, и отдохнули. Выживем, выживем. Нормально. Будем снимать наше кино. Будем радовать зрителей, публику. Потому что мы знаем, что вы нас любите. И вы нас ждете. Хороших актеров всегда. Было много у нас на Руси. И
Школа мощная. Замечательно. И я вам желаю хорошего Нового года. Чтобы не было войны, что самое главное. Робин Гуд, я приглашаю тебя и твоих стрелков в Лондон. Мне нужны такие верные, храбрые люди. Спасибо за честь, государь. Вы не обидитесь, если я скажу, свобода нам дороже всего на свете. Ну, я выступаю, у меня концерты остались у артистов, так я буду. Один из лучших дней в году — Новый год. Ну, это действительно праздничный, торжественный, красиво. И мы отметим его в Доме кино. Обычно вот многие отмечают, у нас здесь собираются свои компании, значит, еще где-то, может быть. Ну, и выступим еще, как чисто с профессиональной точки зрения. Ну, я еще вот занимаюсь, наверное, слышали, футболом. Я, значит, президент форума болельщиков футбола, вот, и даже спрашивают иногда, а где ваш этот форум? Вот он был так хорошо, начался чемпионат мира, вот там и все, там акции какие-то делали. Он остался. Все продолжается, провели там лотерею очередную. Просто общее состояние было такое сложное в обществе. Спонсоры стали отказываться выдавать что-то там. Естественно. Ну, сейчас опять набираем оборот. Так что это мое так хобби. Потому что спорт тоже в загоне, в диком. Играть детям негде. Или платить большие бабки. Раньше мы хватали мяч и на улицу, и гоняя себя. И луки, и стрелы сами делали. Вот. Так что будем все вместе работать. Работать. Весело. Нас ничем не возьмешь. Ну хорошо, спасибо вам, с Новым годом. Thank you.